что вы будете делать? Вы продадите квартиру, вы же хотите ее продать. Как вы ее хотите продать? Вы хотите получить информацию, когда вы ее продадите вам, а если нет? А если тот человек, который вам сказал, дал прогноз, ошибся? Или, допустим, вы что-то там помешали этому каким-то образом? Ну, как вы хотите? Вот я практически это делаю, да? Я обратился к человеку и сказал, мне надо пробить пространство, чтобы увидали все, что там есть дом. Вот я хочу продать этот дом. Значит, мне задают вопрос. Значит, мне надо знать. Подумайте, для чего, да? Какие, сколько здесь нюансов есть для человека, мага, допустим. Мне надо знать имя, фамилия, год, ну, дату рождения, место рождения хозяина этого дома. А нас было двое. Значит, двоих людей. Мне надо фотографировать, мне надо видеть эту квартиру в рамках чего? То есть, или дом. Значит, если квартира, дом. Вокруг дома есть еще дома. Так, мне надо видеть этот район. Где это находится, в каком городе? В какой стране это находится? Значит, город, страна. Мне надо видеть улицы, близлежащие дома. И внутри, я не помню, надо было или нет, не помню. Но снаружи, как минимум, снаружи мне надо вот фронт, ну, то есть фасад, да, и где-то там сбоку и сверху. Вот представляете, сколько факторов? Я все это обеспечиваю. Мне говорят, в течение 3 месяцев этот дом продастся. Что практически происходит? В течение 3 месяцев, то есть он может продаться завтра и в течение 3 месяцев. Через 3 дня поступает оффер, ну, предложение, да, на покупку. Договорились, все нормально, но человек не получает, банки не получают суду. То есть все, разрушилось все, ну, не получил, не получил. А ждем следующего, нету, 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 время подходит, 3 месяца подходит. Можете себе представить, в предпоследний день вот этого всего дела, точнее, мы получаем оффер другой, и в предпоследний день окончание вот этих 3 месяцев официально продается этот дом. То есть, ну, не документы, в банке, все, все проходит, все, мы продали этот дом. Кто продал дом? Риэлтор? Какая мне разница? Риэлтор продал. Продал маг или нет? Какая мне разница? Дом продался, это то, что я хотел сделать. То есть, практически я получил результаты.